На Вайдар. Сегодня ночью хуйнули. Уралом стоит. Вот бросили машину нахуй, прямо на мосту, блядь. Вот сгоревшая нахуй. Ля, там труп, по-моему, лежит. Где? Не? Где? В машине, не? Нет, в машине никого нет. Не, видишь, что самое интересное, речка целая. Пройти можно будет. А что в кузове у него? Колеса, боеприпасы какие-то. Колеса, боеприпасы. Что, пошли, блядь, хоть ящик гранат возьмем, блядь. Нахуй, быстро, блядь, отсюда. Пошли. Все. Ля, гильзы. Все, ты снял? Пошли. Да сядь. Я не проходи на машины, пошли. А, у нее колесо полностью вырвано. Иди оттуда. Да, копеечка чья-то нахуй сгорела, блядь. Малой, надо машинка? Могу подарить. Слушай, у него пулемет наверху, да? Да. Блядь, дверь открыть, посмотреть, что там. Пизда, ля-ля, нахуй. Глянь, что я нашел. Пизда, Айдар. Слышь, можешь запаску забрать, блядь.